Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Я понимаю, почему именно проблема нарушения мышления и поведения настолько остра и актуальна, потому что все-таки, когда человек говорит «я», он имеет в виду не руки и не ноги, а именно свою личность, свою способность мыслить, то, как он ведет себя по отношению к другим людям. И окружающие именно так его и воспринимают. То есть пока личность не изменена, отношения сохраняются. Когда начинает меняться личность, это все очень трагично и очень сложно. Когда мы произносим слова «когнитивные», когда мы произносим слова «когнитивные расстройства», что имеется в виду? Во-первых, нарушение памяти, и тут я еще помечала, какие отделы мозга отвечают за соответствующие функции. Что такое гиппокамп? Это вот вполне конкретная структура достаточно сложной формы, тут она не вся видна на этом рисунке, которая отвечает за вспоминание информации. Память устроена сложно, но эта структура нужна для того, чтобы достать нужное воспоминание в нужный момент. Речь, распознавание речи и говорение – это связанные, но разные функции, и они в основном расположены в височной доле больших полушарий. Важно понимать, что то, что мы воспринимаем как неотъемлемые части вообще умений человека, ну, все как-то умеют говорить, понимать речь, они имеют вполне конкретную локализацию в головном мозге. То есть при разрушении определенного участка мозга утрачивается вот эта, казалось бы, неотъемлемая функция. И регуляция и контроль деятельности, то есть взрослое, осознанное, такое вежливое, этичное поведение и хорошие личностные качества, как ни удивительно, тоже за них отвечают определенные отделы головного мозга. Это лобная доля. И при разрушении ее меняется личность, меняется поведение. Есть еще понятие нарушения праксиса, то есть человек, например, помнил, как приготовить себе бутерброд, он мог это сделать, а сейчас он не может это сделать. Праксис – очень сложная функция, она задействует очень много отделов головного мозга, поэтому я вот не могу так прям взять и показать, где находится участок мозга, отвечающий за праксис. Гнозис – это распознавание предметов и явлений на слух, на вид и тоже в разных отделах мозга расположено в зависимости от того, какой стимул мы распознаем. Что я хотела показать на этой сложной, необъятной схеме? Что есть определенные заболевания, которые имеют общий механизм развития. И болезнь мотонейрона и поражение лобной и височной доли, то, что называется лобно-височная дегенерация, они вот здесь, вот в одной группе. То есть каким-то образом механизм поражения двигательных нейронов очень близко по развитию стоит с поражением лобной и височной долей. И вот в одну группу убиквитиновых расстройств относится. То есть в клетках происходит при этих двух заболеваниях независимых одно и то же. Поэтому они никакие не независимые. То есть это просто диагнозы разные. Лобно-височная дегенерация и разные болезни мотонейронов. А развиваются они параллельно. При боковом амиотрофическом склерозе
Что нужно знать про когнитивное расстройство? Что в основном, конечно, это именно поражение лобных долей. И реже и в меньшей степени, ну, нарушается речь. Причем не просто сложно произнести слово, это-то может быть связано с мышечными расстройствами, а трудно понять, что сказали, и трудно сформировать в мозгу то слово, которое нужно сказать. Трудно построить грамматически правильно предложение. Частота этого примерно у половины. И по российским исследованиям, например, Левицкого, и вот проведенные здесь зарубежные исследования. Но нужно понимать, что если мы возьмем ранние стадии заболевания, которое началось как болезнь мотонейрона, то у малого процента пациентов будут когнитивные расстройства. Если же мы возьмем уже более поздние стадии, то когнитивные расстройства будут у большего числа пациентов. Но основные проблемы в жизни уже будут настолько сильны из-за нарушений движений, что вряд ли поведут этого человека специально к врачу оценивать когнитивные функции. Мозг единый. Если начала разрушаться какая-то его часть, то неизбежно, к сожалению, начинают разрушаться и другие. И может начаться с двигательных расстройств, может начаться с когнитивных расстройств, а потом уже присоединяться двигательные расстройства. Что происходит в головном мозге? Вот видно прямо на снимке. Большие полушария должны, грубо говоря, плотно прилегать к черепной коробке, то есть не должно быть больших щелей. И если в затылочной доле видно, что нет уменьшения размера головного мозга, то смотрите, что происходит в лобной доле. Очень сильная атрофия, то есть просто нервные клетки умирают, и эти отделы мозга уменьшаются. И часто, когда близкие спрашивают, а почему он так себя ведет, как же он не понимает, что он плохо себя ведет? Он же был всегда такой интеллигентный человек и вел себя хорошо, мягко, по-доброму и этично. А тут он вдруг начинает там драться, ругаться матом, оскорблять меня. Что с ним случилось? Я часто просто показываю снимок и говорю, что вот это отдел мозга, отвечающий за его интеллигентность и хорошее поведение. И если раньше с ним было все нормально, то сейчас он просто исчезает. Не потому, что человек стал плохим, а потому, что такая болезнь, в ходе которой эти нервные клетки исчезают, погибают. Есть в научной литературе, к сожалению, нет пока ответа, то есть никто, даже самые умные ученые, не знают, почему же именно, вроде как, повреждались-то мотонейроны, а при чем здесь лобная доля, при чем здесь височная доля, почему это как вирус, как инфекция прямо берет и распространяется по головному мозгу. Есть версия, что если в цепи нейронов умирает один, то начинают страдать те, кто с ним, с этим нейроном были связаны. То есть они от него не получают ответного сигнала, либо начинают там перевозбуждаться, либо недостаточно возбуждаются, и от этого сами умирают. Логично предположить, что просто движения, планирование действий и слово, которое формирует в мозге человек, то есть то возбуждение в височной доле, которое формируется при говорении, это какая-то одна система. То есть вот ребенок, не знаю, зевнул. Мама говорит, ой, мы зеваем. И у него связывается в головном мозге движение мышц при зевании, там, или при пинании мячика, или при, там, не знаю, поднимании руки. Оно связывается с соответствующим словом. И когда он в следующий раз задумал пнуть мячик и сделал это, то у него активируется вся система. И слово «мячик», и глаголу там «пнуть»
и память о мышечном движении, которое он совершает. И что за жизнь человек нарабатывает вот эти вот как бы системы, которые позволяют ему планировать действия, совершать действия и говорить об этом. И эта система может быть исходно как-то, например, уязвима генетически. Обнаружена же масса генов, которые предрасполагают одновременно и к боковому амиотрофическому склерозу, и к лобно-височной дегенерации. То есть резюме, что мы не знаем, почему это происходит, почему распространяется атрофия. Как это в жизни проявляется? Человек мог быть каким угодно личностно раньше. Сейчас, кстати, очень такой научный вопрос, а есть ли какие-то типы личности, которые предрасполагают к определенным нейродегенеративным заболеваниям? Вроде бы ничего конкретного не обнаружено, но по впечатлениям врачей, возможно, это и есть. То есть пациенты, которые ходят в конкретное учреждение с конкретным нейродегенеративным заболеванием, иногда создается впечатление, что действительно какие-то они исходно и личностно различаются в зависимости от того, чем они потом заболели. Но однозначных научных данных об этом нет. Так вот, личность могла быть замечательная, но человек становится апатичным, при этом расторможенным, то есть он не хочет чего-то конструктивного, но при этом он делает много каких-то бессмысленных действий. Сначала это не очень заметно, потом это становится очень заметным, и очень тяжело находиться рядом с человеком, у которого такие расстройства, потому что это как трехлетний ребенок, только он большой физически, там, достаточно сильный и привык, что вообще-то с ним считаются, его слушаются, то есть часто он был-то главой семьи, а теперь он ведет себя совершенно неадекватно. Вот это лобное расстройство. Стереотипная деятельность повторяет много раз одно и то же действие, не может переключиться на другие. И что очень травмирует близких, что он перестает ориентироваться на эмоции окружающих людей. То есть выглядит эмоционально холодным, отрешенным и таким плохим, грубо говоря. Какие есть тесты на речевые и лобные расстройства? Они настолько тесно связаны, что очень сложно их разделить. То есть если человек плохо выполняет этот тест, это может быть связано и с височными расстройствами речевыми, и с лобными. За минуту вы говорите, что нужно назвать как можно больше, например, животных. Часто возникает вопрос у людей, а рыба – это животное, а птица – это животное? То есть тут я обычно поясняю, что все, что не растение и не гриб, это все животное. Ага, говорит человек, все, я понял. Ну вот называйте любых животных как можно больше за минуту. Очень сложно там с вот этими понятиями норма, не норма, то есть сколько же он действительно должен называть, нет однозначного ответа, это очень сильно еще зависит от его исходного словарного запаса. Меньше 11 это точно плохо. Например, назвал 4 и все, и больше не может, это плохо. Назвал 20, не к чему придраться абсолютно. Ну вот назвал там, не знаю, 12-13, вы можете оценить, а он вообще какое образование имеет, какой мы ожидаем от него словарный запас. То есть если он профессор, то, наверное, для него 12 это мало, хотя он получит формально там свой балл по Монреальской шкале. Если у него среднее образование, он там никогда много не читал, то, может быть, 12 это и нормально. То есть все в комплексе, конечно, оценивается. Есть такие комплексные шкалы и когнитивных, и бихевиоральных, то есть поведенческих расстройств. Я знаю, что неврологи, сотрудники Льва Брылева делали русскую версию Эдинбургской шкалы. К сожалению, я не знаю дальнейшую ее судьбу, была ли она валидизирована, внедрена ли она в российскую практику.
сказать, но они это делали, поэтому у Льва Брылева можно уточнить, но либо через меня там как-то, если это нужно. Большие ограничения связаны с тем, что когда речь нарушена, такие шкалы делать очень трудно, когда движение, там, рисование нарушено. Речь, в смысле, если механическое произнесение слов нарушено, то это ограничение накладывает. Тесты на лобное расстройство я привела несколько, чтобы было более понятно, чем же они проявляются в жизни. Вот, например, задается вопрос. Вот это вот желтенькое в центре – это Дина. Какая картинка нравится Дине? Какую картинку Дина любит? И, в общем, очевидно, что она любит вот эту. Как мы это понимаем? Совершенно автоматически. По тому, куда она смотрит, и что она при этом улыбается. Так вот, больные с лобными расстройствами, они этого не понимают. Они говорят, ну откуда я знаю, что она там любит, она же... То есть вообще даже вопрос непонятен. Вот. Очень интересный тест. Я услышала на лекции... Катрин Ричи. К сожалению, не могу сказать его название. Вот это... Если кто-то знает, то подскажите. Он тоже очень жизненный. Там картинки были нарисованы. Наверное, стоит сделать русскую версию, потому что там были англоязычные подписи. Но суть в чем, что две девочки играют в комнате. Одна из них положила куклу на стол, и другая вышла. Та, которая осталась в комнате, перепрятала куклу в коробку, то есть это все нарисовано. Заходит та, которая вышла, где она будет искать куклу? Ну, опять же, даже, в общем, достаточно маленький ребенок с нормально работающей лобной долей скажет, что она будет искать ее на столе, потому что она оставляла ее на столе. То есть для этого нужно сделать достаточно простое, казалось бы, действие. Встать на место того человека, который вышел из комнаты, понять, что же он видел, что же он знает и что чувствует. Пациенты с поражением лобной доли не могут это сделать. Они говорят, что она будет искать ее в коробке, потому что она в коробке. И представляете, в быту, как это проявляется? То есть он также не ориентируется на чувства своих близких. Он не может просто их понять, физически не может. Почему важно все-таки рано выявлять когнитивные расстройства, а не тогда, когда уже они грубо нарушают жизнь семьи? Потому что семье будет легче, если она будет исходно понимать, что происходит, что развивается, потому что остановить это развитие пока невозможно. Присоединение когнитивных расстройств – это худший прогноз. То есть нужно быть морально готовым, что болезнь может прогрессировать быстрее, просто это отражение ее более плохого варианта. Нужно решить юридические вопросы, потому что человек с нарушением планирования действий, вот он вот именно так и будет распоряжаться деньгами. Он будет принимать какие-то нерациональные решения. И вопрос о недееспособности у него рано или поздно встанет. Так. Почему трудно оценить часто когнитивные функции при БАС? Потому что у пациентов с БАС еще часто бывает депрессия и физическая слабость. Астения, из-за которой они плохо выполняют задания при когнитивном тестировании. При депрессии им просто не хочется это делать, у них нет мотивации на хорошее выполнение задания, потому что плохое настроение, ощущение, что ничего в жизни хорошего уже не будет, зачем стараться выполнить когнитивные задания. И мы видим плохой результат, хотя он вызван эмоциональным состоянием. Ну и нарушение движения, дизартрия, то есть трудности в произнесении слов, когда мы за минуту ожидаем какой-то двигательный там, результат или произнесение слов, и мы этого не получаем, потому что с этим трудно.
Конечно, можно заменять устные тесты письменными. Человек может, в конце концов, печатать там с какой-то скоростью. То есть все-таки это можно адаптировать, но это затрудняет оценку. Что может сделать специалист? К сожалению, таких лекарств, которые останавливали бы лобно-височную атрофию, лобно-височную дегенерацию, их нет. Нигде, ни в какой стране не одобрены официальные рекомендации по лечению лобно-височной дегенерации, в смысле по тому, как замедлить ее развитие. Это симптоматическое лечение, которое вот сейчас доступно. То есть мы убираем симптомы. Вот у него нарушился сон у пациента, мы даем снотворное. У него постоянно навязчивые действия, мы даем антидепрессанты, СОЗС, это группа антидепрессантов, которые достаточно безопасны и облегчают процесс переключения с одного действия на другое. То есть некоторые врачи считают, что если вот лобно-височная дегенерация, мы даем антидепрессант, мы замедляем лобно-височную дегенерацию. Нет, не нужно на это рассчитывать, таких данных нет. Мы можем временно несколько улучшить поведение, то есть чтобы он там не по 50 раз делал одно и то же, или там расхаживал по квартире постоянно, а просто чтобы поведение было более упорядоченное. Вопросы безопасности. Часто врач должен подключаться к таким делам, как убедить отказаться от вождения машины. Потому что человек, у которого выявлено лобное расстройство, конечно, у него огромный риск попасть в аварию. Потому что это принятие решений. Оно у него затруднено. Вопросы недееспособности, вообще распоряжение финансами, газовую плиту при развитии любых когнитивных расстройств, конечно, это опасный предмет. Рано или поздно нарушается память. И вообще человек с лобными расстройствами отвлекаем. То есть он отвлечется и забудет там, выключить газ, например. То есть переход на более безопасные вещи, например, микроволновая печь. Психологические вопросы. Как нужно общаться с пациентом, который плохо понимает речь, плохо говорит? Это короткие утвердительные фразы. То есть бесполезно спрашивать пациента с выраженным нарушением речи, что ты хочешь сегодня на обед. Ему трудно вспомнить это слово, ему трудно сформулировать предложение, ему трудно начать говорение. Ему проще, конечно, будет сказать там да или нет на какое-то конкретное предложение. Если от него ждать ответа, добиваться ответа, то это будет только агрессия, раздражение, и никому это не нужно. Сохранять уважение к человеку, у которого вот такие проблемы. Вообще, когда человек начинает плохо говорить, с ним начинают меньше говорить. К сожалению, это закономерность. Поддерживать какой-то уровень общения. Это очень важно. Понимать его ограничения, не обижаться на человека, который стал менее интеллигентным, чем он был раньше. Простить ему то, что он уже не такой, не та личность, которую вы знали много лет. Ну и юридические вопросы, которые требуют выразить свою волю, конечно, нужно решать до развития тяжелой деменции. То есть вот выявили когнитивное расстройство, и сразу думать о юридическом оформлении всего, чего только можно. Потому что болезнь будет развиваться быстрее с присоединением когнитивных расстройств, они будут нарастать, и потом выразить свою волю человек уже просто не сможет, потому что у него и воли-то сформулированной не будет. Спасибо за внимание. Вот мои координаты. Я занимаюсь любыми видами деменции, то есть когнитивными расстройствами разного происхождения. Координаты мы сейчас вернем. Есть ли вопросы к Марии? Потому что в чате у нас вопросов нет. Есть комментарии от Наташи Боровой.
из Владивостока, что речь у меня ухудшилась, но суть по тесту, а разум мне еще не скоро светит. Оптимистичный комментарий. Отлично, это что-то половина, но что же. Есть вопросы, нет? Да, есть. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, эффективно у таких больных противодемитные препараты, макотинол, мимантин или... Это очень важный вопрос, потому что и пациенты, родственники пациентов часто говорят, ну как же, деменция, мы же знаем, это же болезнь Альцгеймера, это срочно надо мимантин, срочно надо ингибиторы холиностаразы. К сожалению, нет. Ингибиторы холиностаразы могут усиливать проблемы с поведением. Никаких данных о эффективности мимантина не получено. Наоборот, получены научные данные о его неэффективности при лобно-височной дегенерации. Поэтому очень важно понимать, что если при болезни Альцгеймера нам дают надежду, вот да, есть препараты, замедляющие развитие слабоумия, при лобно-височной дегенерации нет.